Эй, снова нам бегать. Так, бегать туда-сюда. Я уже забыл, что мне надо. Так, там хоть тот дядя, да? А, у нас есть ключ. А, ну и правильно. Я взял ключ. Блять, дядя этот услышал меня. Ебать, мерзавец. Я ни разу не шмалял, может, все-таки шмалял. Еще я знаю, куда бежать. Так, от льва у меня была фотка. Вот. Корона, огонь, птица. Корона. Там вентиль. А, да, тут мне надо книжку достать, да? Так, там сейф. А, ну все, в принципе, да. Не, ну могли бы и нормальное ускорение придать. Так, где все двери? Да. Блять, мистер.
Ну что, сзади? Блять! Ёбаный ты в рот. Там та хуйня, здесь эта хуйня. Блять. Он такой не подписывался вообще. Где там? Угу. Изучить. Флешка. Угу. Так, а, мне же надо каких-нибудь травок соблюдать. Так, теперь, значит. Пойду сразу льва поставлю. Уже смысл мне с собой сейчас искать. Теперь на второй этаж. Они добавили бы здесь функцию, не знаю, прятаться в шкафах, допустим. Письмо. This does not sound like Chris.
Так, вот, наконец-то у меня появилось еще одно оружие. Так. Зона отдыха. Прачечная. Так. Зона отдыха. Значит... Пойду я, наверное, возьму... Так. Загляните. Что потом еще понадобится, разок и все. Так, прачечная здесь что? Так, где мне там хуйня с единорогом? Два весы. Два весы. Тут из меня тут чё. Ага. Блять, спасибо. Сука, я его ненавижу, блять. Вот ты ебан. Так, ну там, кстати, можно сейчас идти на третий этаж. Так, сейчас я единорога отнесу. Это пока. Хранилище запихну. Детонатор возьму. Thank you.
Ты вообще откуда весь такой? Ты ж, блядь, заебал ты меня, сука. Как от тебя вообще избавиться-то, блядь? Хуйня ты, блядь. Еще надо не забыть там пару кнопочек. Что есть кнопочки? Флешка из доски, да? Флешка из доски. Пойду заберу флешку с досками. Типа. Да. Флешка. Патроны. Все. Коридор чист. Хоть такая, да, вот подсказка, что здесь что-то есть вообще. Так, а теперь я что там хотел? На третий этаж, точнее. Чем мне эти доски-то, по сути, больше не понадобятся? Уж не еще пару дверей этих. Thank you.
Я-то подумал, сейчас прыгну, там этот придурок. Так, ну, на втором этаже окон заделать-то особо не. Где? Значит... Просто идем на второй этаж. Нет, подожди, не на второй, на третий. На третий. Выжившим. Так, это я все туда читал, ага, помню, помню. Блядь. Ой, как же мне повезло. Так, ты тоже читал. Так. Козел, арфа, птица. Bastard.
Бля, 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 там этот хуй идет, хуй идет, хуй идет. Сука, сука, давай быстрее. Здрасте. Да ну нахуй. Да заебёт же, блядь. Библиотеки. Ожидание сейф. Так. Так, дорогая Клэр, спасибо за письмо. Так, во-первых, спасибо за письмо, а теперь, если позволишь, сразу к делу. Не могу поверить, что ты решилась, не могу поверить, что ты сядешь с Спайк и одна отправишься в Ракун-Сити, и все, чтобы повидать брата. Какого черта, подруга? Я знаю, что я превыше всего, и да, тебе уже месяц не дается с ним связаться. Но черт, ты спятила? Ты что, спятила? Ты же знаешь, сколько в мире извращенцев и говнюков. Только и ждут горячую молодую студенточку, которой можно было бы воспользоваться. Одно ехать небезопасно. Но ты уже все решила. Так, ладно, понимаю, только обещай, что позволишь, как... позвонишь, как кажешься в Ракун-Сити. Не держи свою лучшую из лучших подруг в неведении. Люблю тебя. По скрипту. Да, твой брат, может, и сам Крис Редфилд, и он научил тебя драться и стрелять, как дьявольщина. Дьяволицу. Но... это не делает тебя неуязвимой. Будь там поосторожнее. Так, полицейский участок. Внимательно, вечно, лука. Бегать. Так. Значит, каракули. Если тупых свиней. Так, это сделал. Так. Нежности.
ты сделал. Кусочек бумаги, блокнот. В принципе, что в каком-то хранении кнопочки у меня нету кнопочек. Второй этаж. Никель. Нету. Библиотеки у меня тоже нету ключа. Этого нету. Я еще здесь выйду. Тут еще. Еще ничего не покончено с этим. С башней. Западная кладовая. Блять, там какие-то вещи есть. Че, сбегаю в западную кладовую? Why won't he just stay down? Так. Как ты тут оказался? Я думал, ты идешь внизу за мной. По нижнему пути. А ты, дебил, поверху, да? Может, ты козлина. Я не понял. А чё есть? Патроны, блядь. Gracias. Ничтожество. Ой-ой-ой. Да беги, 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 беги. Ух ты. Чуть в репку не попал. Ладно, я тебя съебываю. Удачно тебе. Похода. Куда ты там?
А, все. Точка сохранить. Так, пороха тут нет? Нет. Значит, порох мы пока убираем в хранилище. Вообще тут так вот это на сохраняемся. Блять, только ковбой нахуй. Так. Сейчас, если мне память не подводит. Она ведь может и подводить. Да, вот она. Граната. Используем. Что это у нас? Глушитель. Теперь мы его винить. Ух ты, как места-то стало много занимать. Что тут еще? Значок, но обратно я его сейчас никуда не заберу. Блять, вот ради этого, да, только я бежал. Чтобы карта не была красненькой. Да ладно, да похую. Хранилище. Одно место, блин, пусть останется, да? Нож уберу пока. Ух.
Ух, ну, на этом, наверное, пока все. Опять я побегал, просто беготня вот эта вот. Вот, кстати, здесь открыть, чтобы можно было, наверное, выйти. Или что здесь она еще делает. Ну, это еще долгий путь до этой хрени. Ладно, до скорого тебе. И она слишком... На лягушку похоже.